дорогие наши зрители. Эту трагическую новость сегодня рано утром один из первых сообщил наш источник из шоу-бизнеса. Об этом еще никто не знает. Но когда об этом узнает вся страна, все будут рыдать. Напомним, что Алла Борисовна Пугачева была кумиршей для многих миллионов россиян. В сегодняшней новости говорится, что сегодня в шоу-бизнесе появился такой слух, что Алла Борисовна Пугачева, которая сейчас находится в Израиле, уже несколько дней находится в одной из частных клиник в тяжелом состоянии. Что же с ней случилось, пока неизвестно, так как информации очень мало, так как это чужая страна. Друзья и знакомые ссылаются на то, что ничего не знают, или просто не хотят ничего об этом говорить. Мы упорно продолжаем следить за ситуацией. Как только что-то прояснится, дорогие наши друзья, мы сразу же об этом расскажем вам. Рекомендую вам подписаться на наш канал и следить внимательно за нашими выпусками. Будьте всегда с нами, друзья, и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.